Здравствуйте, меня зовут Кононов Антон, и сегодня я покажу, как поменять IP-адрес под браузером Google Chrome. Для этого нужно установить решение Foxy Proxy. Для этого нажимаем настройки, дополнительные инструменты, разрешение. У меня уже это решение установлено, но я покажу сейчас, как его установить. Нажимаем еще решение. Попадаем в интернет-магазин, где нужно английскими буквами написать Foxy Proxy. Вот поиск нам выдал эти программы. Сейчас покажу, как установить. Нажимаем бесплатно и добавить. После этого ваш браузер переустановится. И появится вот такая вот иконочка. Дальше. Закрываем интернет-магазин. Так. И снова заходим туда же. Настройки, дополнительные инструменты, решения. Вот эти колочек у вас не будет стоять, их надо обязательно поставить, чтобы решение работало так, как нужно. Все, установка на этом закончена. Дальше. Для того, чтобы поменять IP, нужно свободные прокси-сервера. Для этого ссылочку скину под видео, как узнать свой IP-адрес и сервер бесплатных прокси-серверов. Вот заходим сюда. Здесь выдается большое количество IP-адресов, но нам нужна Россия. Для этого нажимаем на треугольничек и вывести все. Вот они все выведены, и мы ищем нашу Российскую Федерацию. Здесь вот большое количество выдается, но нам нужны прокси-сервера, где зеленая полосочка полная. То есть время отклика там самое меньше, и скорость, соответственно, будет меньше. Но одно у меня есть. Некоторые прокси-сервера могут не работать, хоть и не показано то, что хорошее. То есть нужно будет поискать этих серверов, которые работают. Сейчас я покажу, как добавить. Копируем вот этот адрес. И заходим, вот эту иконку нажимаем. Опции, options. Вот появились IP-адреса. Я здесь уже два добавил. Один рабочий, другой не рабочий. Вот этот рабочий, этот не рабочий. Этот могу удалить, который не рабочий. И вот, чтобы добавить, нажимаем add new proxy. Сюда в эту строку вставляем. Нажимаем save. Вот он сохранился. 91.185. То сейчас мы попробуем зайти с него. Но сначала, перед тем как зайти, я покажу вам свой IP-адрес реальный. Вот он показан, Россия, Киров. Сейчас будем менять. Вот я захожу, который нашел сейчас при вас. Пишем «Одноклассники». Вот, этот IP-адрес хороший, и он как бы хорошо идет. То есть я сейчас покажу то, что мой IP под браузером сменился. Теперь я нахожу Липецке. Вот я могу сейчас показать то, что вот это, который до этого нашел. Нажимаю, уже другой IP-адрес, нажимаю «Узнать IP-адрес». А здесь я уже в Костроме. Спасибо за внимание. Думаю, мое видео будет вам полезным. И удачи вам.